Что-то не видно. Вот так, теперь видно. Видно, мир вам, Игнат Тихонович. С миром, Георгий. Игнат Тихонович, я вот по важному вопросу звоню. У меня призыв начинается скоро. А сколько тебе лет-то? Мне вот сейчас 17, мне 18 буквально через 2 недели. Ну, так отнеси справку в военкомат, что на альтернативной основе будешь служить. А я мне вот, Игнат Тихонович, я написал Вячеславу. Я вот сейчас пишу это заявление по альтернативной службе. У меня почти написано. Но я вот, Георгия же Пахмутова уже призвали. Меня же тоже могут призвать. Ну, правильно, так надо отнести сразу им. Это должно быть за полгода раньше до призыва. А, вот в чем дело. Да. А вот если вот меня призовут, я же не имею права оружие брать в руки. Но ты не бери, все. Я христианин. Успей отнести это сегодня же. Тебе еще послал он, как писать? Да, да, я уже написала на Тихоновича половину. У меня все написано, все четко у меня. Ну, так еще не... Пиши печатными буквами, да и все, не четко. Печатными, как в газете, буквами. Угу, все хорошо. Не умничай, там только ничего не разговаривай. Положи и молчи, молчать не будешь, тебя забреют и убьют там. Не разговаривай много-то. Я скажу, вот послал, я уверовал во Христа. По заповеди Божией я не имею права убивать, брать оружие. Там написано? Да. Вот все. Вот у нас тут там взяли... Я написал, что мне запрещено клясться. А сама это на клятве построена. Я это все написал. Из Писания все. Да, даже если сказать без клятвы, я оружие брать не могу. Потому что Откровение 13.10 написано. Убивающий мечом убит будет. Знаешь, читал? Убивающий мечом сам от меча пойдет. Напиши Откровение 13.10. А, да, сейчас. У меня как раз трехтомник ваш лежит на Тихоновиче. Ну, хорошо. 13.10. А, всякий убивающий мечом сам... Надлежит быть убитым мечом. То есть обязательно тебя убить должны. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Мы христиане. То есть, если я убью, меня тоже убью. Вот у нас сейчас Пруцкой Иван. Его призвали на альтернативный. Он там за больными ухаживает и все. Ты вот с ним свяжись и скажи, как у вас там получается. Иван Пруцков, запиши. А, он у меня есть, да, он мне писал вчера. Ну вот, ну и все, вопрос решен. Я еще вам сейчас скину, вы про войну там все просчитаете. Да, вот у меня, Игнат Тихонович, я вас хотел сказать, вчера вот вашу книгу Иван мне прислал, Грибанов. Ничего себе. Я еще не получил, а вы уже получили. Ну это по милости Божией. Да, эти книги не имеют аналога в мировой литературе. У меня вот и трехтомник есть, у меня все есть, все бесплатно. Ну все, писал. Все, слава Богу. Ну давай, только немедленно, сегодня же отнеси. А я сегодня работаю. Так военкомат сегодня не работает разве? Нет, я работаю. А, ну отпросись. Один день может решать твою участь. Сейчас, тогда, наверное, завтра, блин, надо будет отнести завтра уже. Ну ладно, я сейчас вам еще скину какие-то материалы, там посмотри, каких у вас еще нету. Прочитай, ознакомься и молись Богу, иначе тебя забреют и там ухлопают. А там бороду трогают вообще? А не давай. Не давай, все скажи, мне не положено бороду брить, я христианин. Так им уже бесполезно это говорить. Они это когда ты арестован, тогда бесполезно. А присягу дашь, тогда все кончилось. Тебе, если ты только не пойдешь, тебе сразу 10 лет дадут тюрьмы. А когда сейчас ты не пойдешь, больше 3 лет не дадут. Вот свидетели Иеговы, они не ходят. Они все отсидели. Все сидят. До одного. И они все остались живые. А русские, которые пошли в Афганистан, 14 700 гробов и примерно 70 тысяч раненых. Вот и все. А они все живые вернулись. Я с ними сидел в лагере. Хорошие ребята. Они говорят, у меня дедушка сидел, баба сидела. Всех арестовывают. И они все живые. Но они еретики. Нам на них глядеть не надо. Но если еретики идут впереди нас, то что говорит? Мы обязаны сделать. Нам государство разрешает. Я сейчас напишу вам еще, подкину материалу. А вот если что, то вот лучше молиться просто, да? Вот если молиться и больше ничего. Не разговаривай много.
Вот они что-то спросят, а ты сиди и думай, отвечать или не отвечать, сотвори молитву, не тараторь. Ты быстро много говоришь, тебя на этом сатана поймает. Научись говорить медленно, спокойно, выдержанно, чтобы видно было, что это муж серьезный, не трепло базарное. Как заключенные говорят, помело-то свое прикуси, то есть язык. Я понял. Так, сейчас я дам вам. Все, больше нет вопросов? Больше нету. Все, это очень важный вопрос твой. Что-то никак не могу найти, где. Подожди, сейчас, почему-то не открывает меня. Открылось? Все, становимся. Нет, нет. Становимся молиться. Сейчас. Господи Боже наш, слава Тебе. Великие дивные дела Твои, Господи, мы просим помочь. Благослови брата нашего Георгия и сердца начальствующих, умягчи и расположи к нему. Не дай ему погибнуть отступлением от Тебя. Так, вот сейчас видно. Что-то не видно тебя. Вот сейчас видно? Не видно. Вот так видно. Все, давай, молимся. Господи Боже наш, слава Тебе. Благослови брата нашего Георгия и сохрани его от нарушения заповедей Твоих святых. Ибо Ты сказал, любите врагов ваших. И кто ведет в плен, сам пойдет в плен. И кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Сохрани его, Господи, для царствия Твоего. Сделай из него истинного благовестника истины Твоей. Тебе, Боже, хвала и слава за все. Начальствующих смири, умягчи их сердца и расположи к нему. Научи его во всем доверяться Тебе. Хвала Тебе и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Аминь. Божию. Можешь сам помолиться. Давай, помолись тогда, попроси у Бога. Господи, милосердный Господь, помолись, сделай все положено, чтобы я не нарушил слов твоих и не уклонился ни вправо, ни влево от слов твоих. Я буду хвала, слава, истинное поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Все, с Богом. С Богом. Аллилуйя. Аллилуйя.